Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Речь у нас с вами сегодня пойдет о чесноке. Что надо с ним сделать, чтобы у вас была крупная, хорошая головка? Сейчас я вам покажу. После того, как чеснок дает стрелку, это говорит нам о том, что он готов к формированию головки. Но для того, чтобы он свои силы тратил не на коробочку, в которой будут будущие бульбочки, семена, а на формирование подземной части, вот эти стрелки нужно удалять. Можно срезать, а можно просто надламывать и отрывать. Как мы огурцы срываем с грядок, также можно обрывать и чесночные стрелки. Они отрываются очень легко. Только не забываем, что отрываем мы их только после того, как они закрутятся. Если мы это сделаем раньше, то стрелка продолжит расти. И вам придется это делать регулярно. И все чесночные стрелки мы не удаляем. Оставляем как маячок. Можно одну, можно две стрелки. Как только она у вас выпрямляется полностью, таким образом, это нам служит сигналом, что пора собирать чеснок. Наш урожай готов. Недели через две, после того, как мы уберем чесночную стрелку, нам надо будет собрать вот эти вот листочки, заплести небольшую косичку. Можно и не заплетать. Но собрать их вместе, а затем связать узел вот таким вот образом. У нас получается узел. Это делается для того, чтобы все питание от зеленой массы пошло в головку. Это поможет сформировать крупную хорошую чесночину. Не забудьте подписаться на канал, чтобы потом посмотреть, что же в итоге выросло у меня. Какой получился чеснок. Оставляйте комментарии. Кстати, в них вы можете присылать свои фотографии своего урожая. С удовольствием посмотрю. Пока-пока.